Эфир телеканала ННТ продолжает информационная программа «Новости 24». В студии Хадижа Курбанова. Здравствуйте. Прямо сейчас о том, что ожидает вас сегодня в выпуске. Цифровая революция или как Дагестан прощался с аналоговым вещанием. 14 октября – Всероссийский день перехода на цифровое вещание. Что изменилось в домах дагестанцев и как теперь смотреть ТВ? Расскажем через пару минут. Экстремальные качели и небезопасные беседки. Так подрядчик в Дербенте благоустроил двор. Возмущенные жильцы подняли шум. Мэр города отреагировал на ситуацию. Рыбалка посреди города. Кого хотел житель Избербаша поймать на живца? Смотрите сегодня в выпуске. Аналоговое вещание ушло в прошлое. Сегодня в России был дан старт новому цифровому телевидению. 21 регион страны получил более качественное изображение картины на экранах телевизоров. Известно, что при этом дагестанская сеть цифрового телевидения стала крупнейшей в мире. Как в регионе прощались с целой эпохой аналогового вещания, расскажет Камиль Девятов. Прощаются с аналоговым телевидением в республике вот таким образом. Традиционная дагестанская лезгинка по случаю праздника. В домах дагестанцев будет вещать уже новое цифровое ТВ. Это событие специалисты называют историческим. Это качество изображения, это заметно. Я думаю, что вот та подготовительная работа, которая была проведена, значит, технически в нашей республике. Самое главное, вот я порадовался, самый высокогорный населенный пункт Европе, село Куруш, до сих пор, к сожалению, не имело даже аналогового, значит, вещания. Сегодня, с сегодняшнего дня, вот с этой минуты, они получают чистое, значит, великолепное, новое, ну, скажу, очень качественное цифровое вещание. 21 регион получит новое идеальное изображение на экранах телевизоров. Буквально за несколько секунд завершилась эпоха аналогового вещания, длившаяся больше половины века. Команда по отключению аналогового вещания в Дагестан выполнена. Теперь весь федеральный телеконтент в отличном качестве. Любимые сериалы, новости и спортивные передачи дагестанцы увидят без ряби и помех. Все действительно получат телевидение нового поколения, нового качества, которое действительно приятно смотреть с точки зрения контента и, конечно, с точки зрения качества. Перейти на цифру довольно просто. Если у вас цифровой телевизор, то никакого дополнительного оборудования не потребуется. Специальная приставка понадобится тем, у кого телевизор не способен принимать цифровой сигнал. Возвращаясь к теме цифровой революции, то она обошлась государству 174 миллиарда рублей. Камиль Девятов, Муса Салгиреев, телеканал ННТ, Махачкала. Формальный подход к освоению бюджетных средств. Многие подрядчики в спешке отчитаться за деньги проводят некачественный ремонт дворовых территорий. Так, в Дербенте работы по программе «Комфортная городская среда» принесли жителям одной из дворов дискомфорт. Подробности в сюжете Патимат Ханаповой. Ребенок упал. Я говорю, это что за качель? Они говорят, мы такие поставили. Что делать? Бракованные качели, небезопасные беседки и песочницы старого образца. И это не полный список претензий к подрядчику. Работы были недавно завершены. Однако, как рассказывают горожане, по окончанию благоустройства их ожидало разочарование. Конструкции плохо смонтированы, шатаются и опасны для детей. Я пожилая женщина, кричу без конца. Вот так, вы пойдете, пожалуйста, не надо, идите туда. Идите туда, это сидите, посмотрите. Это неправильно. Это женщина, не 30 лет живу я. Вот она ладно. Ты ее назвал больной. Это тоже больной. Смотри, мы тоже больные. Да, все больные. Недоволен качеством благоустройства двора и мэр Дербента Хизри Абакара. Во время проверки объекта градоначальник отказался платить за работу и потребовал от подрядчика устранить все недочеты. Поставь нам заводскую, поставь нам безопасную, поставь нам нормальную беседку, поставь нам нормальную эту, заводскую. Вот это ерунда у тебя. Я тебе говорю, посмотри, понаставил. Приходи ко мне на сторону, я тебе покажу. Посмотри, уже. Не, ее ломают. Слушай, мне нужно. Вот видишь, ты сейчас отуждаешь, посмотри, как сварка сделана. Это безопасность, да? Подышок, ты решил нам понаставить здесь вещи и доказывать, что ты хороший. Почему подышок? Это оборудование должно быть сертифицировано. Да. Это да. Ты пришел сам. Да. Вот я тебе показываю. Да, вот здесь можно ногу оторвать. Это не заводская. Да. Это одно. На нее сертификат есть?
Есть сертификат. В Махачкале делают. В Махачкале делают. Сертификат все законно. Да, я сейчас могу на них суд подать. Все. В Махачкале делают. Я на них могу суд подать. Хорошо. Сертификата никто им сертификат не даст на такой же самопал. Это что такое? Сертификат дают на производственные объекты, которые на производстве делают это самопал. Это дом номер 8. Расположена она на улице 345-я Дагестанская стрелковая дивизия. По информации пресс-службы Дербента, на благоустройство этого двора было выделено 1 800 000 рублей. То, что средства потрачены не по назначению, видно и невооруженным взглядом. Вопрос в другом. Успеет ли подрядчик теперь исправить все в срок? Патимат Ханапова, Мурат Бекбарзов, новости ННТ, Дербент. Даже крышки ты не закрыл. В Избербаше мужчина устроил рыбалку посреди города. Курьезный ролик появился накануне в интернете. Для этого он взял стул, удочку, присел возле одной из луж и устроил шуточную ловлю рыбы. Это насмешило прохожих, которые записали происходящее на видео и опубликовали его в социальной сети. Южный въезд в город Избербаш. Уже вечером люди начали рыбачить, потому что здесь образовалась, каждый раз образовывается вот такая огромная лужа. И появились кутумы. Оказалось, таким образом мужчина пытался привлечь внимание властей к проблеме плохих дорог в городе. Соглашение на 2 миллиарда рублей подписали дагестанские предприятия с зарубежными и отечественными партнерами. Договоренности были достигнуты в рамках агропромышленной выставки «Золотая осень-2019» в Москве. Так, Махачкалинский мясокомбинат будет поставлять баранину сразу трем иранским компаниям на общую сумму 730 миллионов рублей. Батыр-бройлер из Хасавюртовского района и екатеринбургский «Технекс» договорились на поставку оборудования для строительства в Дагестане комбикормового завода на сумму 75 миллионов рублей. А из Кизляра в Москву будут отправлять капусту, виноград, тыкву, морковь, свеклу, яблоки и сливу. Цена контракта 118 миллионов рублей. В этом году, как никогда, мы поработали с экспортерами и импортерами продукции. Более чем на 1,6 миллиарда рублей мы заключили контрактов с иранскими партнерами на поставку мяса баранины. Более чем на 500 миллионов рублей заключили контрактов на поставку мяса птицы в Азербайджан и в Киргизию. Заключили соглашение о поставке нам кормового завода. Сейчас прорабатываем вопрос заключения соглашения с рядом регионов Российской Федерации о сотрудничестве. Так что, в принципе, позитив большой. Я очень благодарен нашим аграриям. Дагестанские предприниматели оказались лидерами в России по средней выручке. Доход одного индивидуального предпринимателя в республике за 2018 год составил более 19 миллионов рублей, в то время как в Москве этот показатель равняется 6 миллионам рублей. Такие данные приводит Forbes. Сообщается, что у республики есть определенная специфика. Многие крупные магазины и супермаркеты оформлены на ИП, чего нет в других регионах. На такие компании, по данным Росстата, приходится 50% всей розничной торговли Дагестана. В Болгарской исламской академии Татарстана стартовал первый международный богословский форум. В течение целой недели там будут проходить научно-практические конференции, круглые столы и олимпиады. В мероприятии принимают участие и дагестанская делегация. Все подробности в материале Хамзы Нурмагомедова. С каждым годом желающих узнать об исламе становится все больше. Поэтому, по словам организаторов, необходимо сделать так, чтобы каждый житель страны мог получать достоверные религиозные знания в пределах России. В нашем динамичном мире, где информация стремительно меняется, нужно на что-то опираться. И, как мне кажется, вот это богословское наследие наших народов, и татар, и народов Северного Кавказа, оно является тем базисом, который не позволяет размывать вот эту идеологическую составляющую. Та студенческая конференция, которую мы проводим, как мне кажется, будет во многом этому способствовать. Форум собрал ученых, экспертов, политических и религиозных деятелей России и зарубежья. Каждый из них рассказывает опыт работы своего региона по развитию высшего исламского образования. Главной задачей я вижу стандартизацию, унификацию, централизацию исламского образования, чтобы была стабилизация у нас в России. Форум направлен также на укрепление межрелигиозного диалога как России, так и за ее пределами. Помимо этого, организаторы намерены выйти на новый уровень образовательного пространства, где светская наука и исламское обучение дополняли бы друг друга. Сегодня приехала такая солидная делегация, в которой представлено и правительство Республики Дагестан в лице Министерства по национальной политике и делам религии, муфтият Республики Дагестан,
представители высшей академической светской школы, руководители исламских вузов. Все это свидетельствует тому, что та проблематика, тематика этих площадок, она актуальна, она значима, и со своей стороны Республика Дагестан активно участвует в этих площадках. На этой неделе пройдут 4 научно-практические конференции. Кроме того, организуют олимпиады по русскому и арабскому языку. Это прекрасная площадка для приобретения новых контактов. Одним из основных вопросов также будут вопросы новой идентичности мусульманина. Как он должен сосуществовать в российском обществе, в светском обществе, и как он должен нести себя, свои знания, свои ценности в российское общество. Общее количество участников около 400 человек. В их числе 150 студентов, изучающих богословие из регионов России, стран СНГ, государств Европы, Иордании и Сирии. Организаторы надеются, что форум станет ежегодным, и участников с каждым разом будет все больше. Хамза Нурмагомедов, Ахмад Магомедов, Мурат Бикбарзов, телеканал ННТ, Татарстан. Открытый всероссийский турнир по тэквондо «Патриот» состоялся в спортивном зале Дагосмедуниверситета. В турнире приняли участие свыше 200 тэквондистов нескольких возрастных групп из 16 регионов страны. В планах организаторов сделать спортивное мероприятие ежегодным. Для города Махачкалы это очень важно, когда география заметно расширяется. Одно дело, вид спорта набирает обороты и ведется колоссальная работа. Другое дело, когда к нам приезжают гости, мы очень рады этому. Поэтому, уважаемые дети, вам хочу пожелать успехов в этом деле. Вы радуете нас своими победами. Есть по данному направлению у нас в республике, в городе чемпионы Европы, мира. Даже есть олимпийский чемпион, кем мы очень гордимся. И знаю и уверен, что вы также будете радовать нас своими выдающимися успехами. Дружба разных народов и поколений. Олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдурашид Садулаев встретился с дагестанской диаспорой в Турции. В составе делегации политических и религиозных деятелей спортсмен объездил разные города и села, где ознакомился с жизнью своих земляков, предки которых эмигрировали во второй половине 19 века. С подробностями встречи Курбан Рагимов. Крепкие объятия и теплые слова приветствия для жителей самого крупного дагестанского селения в Турции Гюнейкой. Встреча с Абдулрашидом Садулаевым была долгожданной. Пожать руку прославленному земляку вышли около сотни людей. Сопровождали олимпийского чемпиона полпред муфтия Дагестана в арабских странах Шихабуддин Гусейнов и советник председателя парламента республики Израил Кебедов. В данное время вы все знаете, что очень хорошие отношения сложились между лидерами двух стран. Между Владимиром Путиным и Раджабом Таибом Эрдоганом. Я говорю, мы как мусульмане, как дагестанцы, мы должны друг друга навещать. Мы должны построить мост между нами. Мы должны вот сегодня, как мы к вам приехали, вы тоже приезжайте к нам. Братство нам очень нужно, очень важно. Тем более у нас корни одни. Вы выход из Дагестана, вы сохранили свой язык, вы сохранили свои обычаи, свои традиции. Мы этим очень гордимся. Село Гюнейкой основано дагестанцами, которые эмигрировали на османские земли. Потомки переселенцев проживают здесь в пятом поколении. Неофициально эту местность даже называют «Малым Дагестаном». Несмотря на почти полуторавековое отчуждение от исторической родины, большинство жителей владеют родными языками. В беседе земляки рассказали, что смотрят, болеют и гордятся выступлениями титулованного спортсмена. Я очень рад нашей встрече. О турецких дагестанцах я был наслышан своих старших родственников. И вот теперь мы познакомились поближе. Приятно удивлен, что вы смогли на таком высоком уровне сохранить свои языки. Расул Гамзатов говорил, если завтра мой язык исчезнет, то я готов сегодня умереть. Гюнейкой входит в провинцию Ялова. 80% жителей этого живописного курорта – выходцы из республик Северного Кавказа. В городе есть парк Махачкала, где установлены бюсты великих сынов Дагестана – имама Шамиля и Расула Гамзатова. Делегацию встретил лидер местного отделения АК-партии Муглим Багатар и руководитель дагестанской диаспоры Шихабуддин Азден. Встреча проходила в кафе с символичным названием «Авары». Мы все следим за карьерой Садулаева. Я даже смотрю записи его схваток. Приезд олимпийского чемпиона имеет большое значение не только для нас, но и для всей страны. Это первая наша встреча, я уверен, не последняя.
Кульминация визита Садулаева в Турцию стала встреча с живой легендой мировой борьбы, двукратным олимпийским чемпионом Мустафой Дагестанлы. Звезды сошлись в Стамбуле в одной из кофеен города. Предки Дагестанлы – выходцы из Гунипского района. Ему по 90 лет, но он все еще интересуется борьбой. На днях Мустафа должен был лечь в больницу, однако ради этой встречи отложил госпитализацию. Твои соперники так и ждут, пока ты совершишь ошибку. Никогда не расслабляйся, не останавливайся на достигнутом. У тебя есть все, чтобы достичь еще больших успехов. В завершении встречи Садулаев подарил именитому земляку книги муфтия Дагестана, переведенные на аварский язык. Курбан Рагимов, Джалал Магомедов, Хаджимурад и Камил Магаевы, телеканал ННТ, Турция. Это были все новости к этому часу. Еще больше информации вы можете отслеживать в наших социальных сетях. С вами была Хадижа Курбанова. До новых встреч!